после дома 2 жизнь стала не очень веселой, но у нас тут есть один очень хороший человек. Да? А ну? О, повезло мне, да, ребят? Что вы думаете по этому поводу? Что огурчики, огурчики. Огурчики? Опачки. Короче, вот, вот такие делишки. Все, встретил свою судьбу, волейболистка. Да? Покажи, что у тебя есть. Ты хочешь показать мою короче, голову? Покажи, да? Ну покажи, что там у тебя. Покажи людям. Да, сейчас я. Короче, нам не скучно, ребят. Ты посмотри. Да. Там уже тёлочки курлы-курлы помахают.